Картины, шьют вещи, занимаются лепкой. А главное, адаптируются в социуме и общаются между собой. Особо творческие люди – это проект реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он был создан на деньги гранта областного правительства. Занятия проходят не только в Ярославле, но и в других городах области. Также в рамках проекта сами участники организуют выставки, играют в спектаклях и проводят концерты. Развитие творческого потенциала – это очень важно и для нас, и для самих ребят, потому что происходит развитие именно через творчество, через такую вот деятельность, через театральную, например, деятельность, через танцевальную деятельность и там, через живопись, например.